И в тот же день, 1 февраля, в Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина со Святейшим Патриархом Московским и вся Руси Кириллом. Глава государства поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви с 13-й годовщиной интронизации. Добрый вечер. Ваше Святейшество, поздравляю вас с праздником. День интронизации, день, который отмечает вся православная церковь, именно как праздник. Это особое событие не только в жизни Русской Православной Церкви, но и всей страны, потому что роль, значение Русской Православной Церкви в жизни общества растет, и оно за последние годы приобрело очень большое значение. И все, что вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что вы делаете для поддержания социального самочувствия в обществе, чрезвычайно важно для нашей страны. Я вас еще раз поздравляю и желаю вам всего самого. Благодарю вас сердечно за добрые слова, Владимир Владимирович. Но церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать все для того, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку стало лучше. Вот это двуединая задача. Она всегда озабочена условиями, в которых люди живут, материальных, духовных условиях. И она озабочена тем, чтобы вне зависимости даже от некоторых трудностей, с которыми человек сталкивается, постоянно шло духовное возрастание личности. Вот такая задача перед церковью стоит 2000 лет. Не всегда с полным успехом она справляется с решением этих задач. Но благодарю Бога за то, что сегодня русская церковь делает все для того, чтобы действительно жизнь человека становилась лучше, и чтобы наш человек тоже возрастал, в первую очередь, духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее. С праздником, Ваше Святейшество! Спасибо, спасибо, Владимир Владимирович.